Магазин Победа, видеообзор на Sony PlayStation 3. Так, допустим, это FAT-версия. Внешнее состояние приставки хорошее. Сзади внизу вы можете посмотреть серийные номера его. Для проверки возможности, прошить его или нет. Так, дисковод сейчас у нас проверить нету возможности, так как нету дисков. В комплекте к нему идет два джойстика, один джойстик поврежден, вот здесь вот немножко. И второй джойстик такой, неоригинальный. Так, приставка полностью работоспособна, подключена к сети. Здесь можно пронаблюдать, какие игры на нее скачаны, к примеру, Far Cry 4. Можно запустить для проверки. Судя по всему, приставка, так понимаю, прошита. Да. Приставка прошита. Вот. Да. Вот, игру запустил. А вы сейчас где? А, вы уже на ветеранах? Давайте через 15 минут в кафе «Дачный экспресс». Ага, давайте. Здравствуйте, какой вопрос? Здравствуйте, сейчас. Сейчас. А давайте сюда отойдем. Ага, понятно. Так. Продайте ссылку. Начал загружаться. Так, напоминаю еще раз, комплект два джойстика. Зарядки к ним нету, и провод питания идет. Так, запускает игру, отлично. Полностью приставка уже готова для игр, для вас. Было больше 30 и сказали только на 30 минут. Ну, собственно, понятно, что играть можно в нее. Так, джойстики тоже работают полностью исправно. Это проверяли. А настройки сейчас проверим, еще объем памяти. Я там пленочку, если хотите, снимите. Так, настройки системы, так понимаю, что-то здесь. Здесь можно посмотреть информацию системы 489.